Авикаспис – это род небольших, около 2,5 см в длину, морских членистоногих, неясной систематической принадлежности, которые жили в начале кембрийского периода. Ископаемые останки Авикасписа были найдены в породах, имеющих возраст нижнего кембрия формации в Северной Гренландии. Авикаспис выглядит как мягкотелый слепой трилобит со слабо определенной осью тела, имеющим короткие усики, торчащие из головного щитка или цефалона. Авикаспис имел 5 сегментов торакса или туловищного отдела, каждый из которых заканчивался коротким шипом. Последний щиток тела имел 2 крупных и 2 более мелких шипа, направленные назад. Единственным известным в настоящее время видом является Авикаспис инесони, монотипический род. Название рода является соединением гренландского слова «авек», что означает «морж», что отражает сходство задних шипов с бивнями моржа, и греческого «аспис», слово, что означает «щит». Вид был назван в честь Джона Иннисона, чтобы почтить его исследование кембрия Северной Гренландии. Авикаспис иннисони – почти плоский, дорсовентральный. Его тело едва овальное в общих чертах, не обращая внимания на 2 больших шипа. Верхняя часть тела без кальцификации, состоит из цефалона, 5 туловищных сегментов и щитка на конце. Ось приподнята, но без заметной борозды, определяющей ее контур. Ось составляет около 20% от ширины цефалона. Голова полукруглая, в задней части которой имеются острые, короткие и крепкие шипы. Глаза отсутствуют. Сегменты грудной клетки имеют около 1,5 мм по оси. Части тела на брюшной стороне неизвестны, в том числе какие-либо придатки. Авикаспис иннисони был, вероятно, морским донным организмом, который жил в глубокой воде. Это может быть основано на доминировании безглазых форм и отсутствии водорослей на месте находки окаменелостей. Если вам понравилось данное видео, ставьте лайк, подписывайтесь на канал и вступайте в группу канала. Ссылки будут в описании.